28 мая профессиональный праздник отмечают пограничники. Именно в этот день, в 1918 году, в РСФСР появилась пограничная охрана, а спустя год ее переименовали в войска. В Беларуси после обретения независимости сохранили традицию отмечать День пограничника 28 мая как дань уважения подвигу советских солдат. Так кто же они, защитники наших границ? Мы лицо государства, это с большой буквы можно сказано, потому что отряд пограничного контроля Минск сам себе по уставу охраняет государственную границу в национальном аэропорту Минск и в аэропорту Могилев. Работа очень серьезная, и работа контролера сравнима с работой, я бы сказал, с сапером. Почему? Потому что ошибаться нельзя. Никогда не думала, что стану пограничником, потому что с детства я мечтала идти в медицину работать. В органах я служу с 2014 года. Хотел еще с маленького возраста. Мужу предложили должность в Дзержинске, откуда он сам родом, начальником режима секретного отделения. Потом, когда мне нужно было уже выходить из декретного отпуска, он мне предложил также стать пограничником, зная мужа, как он с гордостью, честью несет это звание пограничника, носит форму. Конечно, я согласилась. И в настоящий момент служу в национальном аэропорту Минск. Ну, бывают такие случаи, когда, допустим, летят семьи с детьми-близнецами, и случайно родители бывают, спрашиваешь, допустим, кто из вас Глеб? И мама показывает на того, кто не Глеб. Могу с гордостью сказать, что да, я пограничник, и что за нами страна, мы лицо государства. Я думаю, что он должен быть внимательный, строгий, вежливый. Я желаю крепкого здоровья пограничникам, их семьям, ну и мирного неба. Пограничники – это люди, которые не только первыми встречают всех, кто въезжает в страну, но и в случае необходимости первыми вступают в бой. Это было неоднократно доказано историей.